В деревне Стулово Кашинского района мопед под управлением 13-летнего водителя сбил 37-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пострадали как пешеход, так и малолетний водитель. В Конаковском районе на трассе М-10 автомобиль «ГАЗ» столкнулся с грузовым «Мерседесом», остановившимся на запрещающий сигнал светофора. Пострадал водитель «ГАЗа». Сотрудники Управления уголовного розыска МВД России по Тверской области совместно с коллегами Межмуниципального отдела МВД России «Бежецкий» задержали 55-летнего жителя города Бежецк, подозреваемого в покушении на убийство своего конкурента. Предварительно установлено, что женщина прекратила свои отношения с подозреваемым, вследствие чего у мужчины возник умысел найти исполнителя для совершения убийства своего 43-летнего конкурента. Сотрудники полиции разработали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Под видом исполнителя выступил оперативник уголовного розыска. Он встретился с заказчиком, получил данные о личности оппонента и нож. Позже оперативник встретился с подозреваемым повторно и в качестве доказательства выполнения заказа предоставил ему водительское удостоверение конкурента. В момент передачи денег в сумме 100 тысяч рублей мужчина был задержан. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.